Я нашла вот это. Вот скажите мне, если бы вы это нашли на свалке, вы бы это взяли? Ответ будет где-то в этом видео, почему они идут. Все любили барахло, занимались барахлом. Отвели ему крылечко, а заполнился весь дом. Я живу на барахле, я живу на барахле. Сплю я ему с барахлом, сплю я ему с барахлом. Из него построю лодку и уеду, хей, ла-ла. Всем большой привет. Я сейчас на свалке, как видите. И здесь пытаюсь что-то найти стоящее. К сожалению, я оставила свои перчатки дома, и у меня их нет. Поэтому я сейчас без них. Так что, как могу. Конечно, не очень классно, но что поделать. Пытаюсь тут что-то такое найти. Сейчас нашла вот это вот, скатерть Glen Check All Wool, сделано в Англии. Сейчас надо глянуть, если оно почему-то идет. Его можно на балконе почистить, не дома. В общем, оно идет не за сколько, поэтому оно там и лежало. Пластмассовая вазочка. По-моему, они сейчас будут менять бины. Что это за платочек, косынка? Made in Italy, итальянская. Не знаю, она ничего не весит, пока возьму. Тут, конечно, сложно что-то такое найти, когда нет у тебя перчаток. Хоть бы какие-то найти, что ли. Очень много хлама, как всегда. Между этим хламом можно найти что-то качественное. Что-то стоящее. А, знаете, что я нашла? Сейчас вам покажу. Я нашла вот это. Вот скажите мне, если бы вы это нашли на свалке, вы бы это взяли? Ответ будет где-то в этом видео, почему они идут. Это от компании Disney. Естественно, я не помню этот мультик. Салфетки. Какая-то сумка уже побита. Пойду сейчас там обойду с этой стороны. Я сегодня даже нашла одну вышивку, сейчас вам покажу. Сейчас, что у меня тут? Вот. Это когда только запустили, она запечатана, Dimensions. Это выглядит такой котик на скамейке. Я считаю, совсем даже неплохо. И еще я нашла вот эти штаны такие спортивные от компании Victoria's Secret, и это спорт. Так. И нашла вот эту сумку, такую кошелку. И что еще нашла? Я нашла себе вот такую футболку от компании The North Face. Она в очень хорошем состоянии. То есть ничего такого особенного пока нет, за исключением одной вещи. То, что у меня в моей тележке. Лезет на меня. То есть я стою, а мне надо лезть за камняной какой-то сумкой. Ну, это типично тут. Воспитание, так сказать, в кавычках, на высшем уровне. Какой-то допотопный телефон. Так, сумку она оставила. Она ее не взяла. Так, здесь что это? Вот это такое, какой-то как пояс. Это и есть пояс. В общем, я не знаю, ничего тут такого не вижу.
контингент. Тут, как, конечно, на свалке еще тот. Вы сами видите. Так что, ну, как есть. Кто-то выкинул свою жизнь на свалку. Свои фотки. Сейчас здесь вот вывезли эти бины. Здесь много всяких наклеек. Новых. Я здесь понаходила кое-какие сумки. Не знаю, я это возьму пока, эти этикетки. Наклейки я имею в виду. Здесь как целый альбом, что ли. Не знаю еще, что тут. Оно, кстати, не дешевое. Вот эти вот наклейки все. Это как идет с какого-то альбома или что-то использовано. В общем, сейчас вот это мы дождались, когда вывезут новые бины. И это, кстати, это моя вторая тачка. Потому что у меня все в первую не влазило. Так что тут был полный завал. Я не знаю, нашла Boss System. Boss — это звуковая. Звуку. Если вот в магазине такие покупать, они стоят это немалых денег, кстати. А я их могу выложить как лад. Ну, здесь есть, конечно, использованные. Кто-то сдал кучу своих коллекционных бейсбольных карточек. Я в них ничего не понимаю, но я их взяла. Какая-то кошелка из кожзама. Тут еще Nine West. Сумок сейчас вывезли очень много. Что это за шляпа? Но она в плохом состоянии, кавана. Вот такая. Очень плачевное состояние. Такая-то кошелка с кошками. Такое впечатление, что это кто-то шил. Микки Маус. Да. Я сейчас читала комменты. Написали: Саша, где ты? Мы соскучились. Я извиняюсь. У меня было не очень состояние такое делать все эти видео. Вот. Иногда в жизни наступает такое состояние, когда тебе ни до чего. Какой-то альбом. Что тут? Это для фоток. Но сейчас уже такие фотки никто не делает. Сейчас уже все в телефонах. Digital. Сейчас еще хочу зайти в один бин. Здесь это использованные туфли, обувь. Но здесь, я думаю, будет очень сложно что-то найти. Потому что наши друзья из Солнечной Африки уже тут все взяли. Так, вода. Вот это вот. Сколько она стоит? Не знаю, она тяжеленькая. Такая не возьму. Так, ладно. Сейчас пытаюсь как-то выйти отсюда. Буду идти за ними. Что это за чашка? Какая-то звезда. Это ж... Сейчас тут был один бин совсем неплохой. Но я не знаю, как он сейчас будет. По-моему, это он. О, видите, какая шлям-пом-по. Я ее не видела, ее кто-то положил, я думаю, назад. Wireless keyboard. Tablet PC. Кстати, книги они больше не вытаскивают. Не вывозят, точнее. Не знаю, пока возьму. Глянуть, если она почем-то идет. Здесь вот много комик-бук поздавали.
много комических книг. Этот домик мне нужен. Я здесь, кстати, нашла кучу Fisher Price. Это вот допотопный. Ты его с собой носить, что ли, как это, магнитофон, что ли? Что это за кровать? Кукол очень много здесь всяких. Абсолютно всяких, на любой вкус. Я не вижу эту куклу. X-Men. Shoot. Еще стул. Я взяла тут кучу мебели от этой компании Fisher Price. И поэтому я сейчас снова сюда пошла, чтобы, может, еще что-то найти. Так вот положу. Лошадки. Здесь, конечно, мощь нашли. Что за как утюг какой-то допотопный. Он включался в розетку. Wallflowers. Это запах в комнате, чтобы был. Так. Я еще не знаю, посмотрю, что это такое. Пока я это возьму. Потому что выкинуть всегда можно. Выкинуть можно всегда, а вот взять нет. Что это такие? Ой. Thanks, Dolores. Не знаю. Может, какие-то деньги есть? Нет. У меня как-то так было, когда я в секонд-хенде не работала. Я тогда в школу ходила. И там была одна картина. Я взяла ту картину, и сзади в картине было 20 или 25 долларов. Я такая была наивная, как 5 копеек. И эти деньги, что я нашла, отдала этому менеджеру. Я ему сказала, слушайте, я ему сказала. Ой, его Эд звали, Эдвард. Я ему говорю, Эд. Говорю, я нашла деньги. Говорю, тут в картине 25 долларов. Может, эти люди потом тебе это сюда подъедут, скажут, что давай, вот опять Соня, что давай эти 25 долларов отдавай. И этот менеджер, он их взял, что вы думаете? Положил себе в карман, я в этом не сомневаюсь. А я такая наивная, блин, как 5 копеек. Я думала, что он действительно будет людям отдавать. Находка-то была моя. Это от косилки. Вот. Так что мне, конечно, стыдно в этом во всем вам признаться, но вот такая вот я была наивная. И хочется, чтобы жизнь как-то научила вот это вот идти. Идти это фильм. Не знаю, если он идет под чем-то. Потому что многие любят этот фильм. Идти. Это за 80-е годы фильм. Да тут какие-то половину человечков нашла. И вот в этом хламе можно что-то найти. Но это уже остатки. Остатки из остатков. Сейчас пойду, гляну, как там наша телега. Там сейчас мой муж стоит. Он там все сказал, что он там все будет смотреть. Почем это идет по интернету. Или на интернете, не знаю, как сказать. Love this nest. Так. Куча всяких сумок. Что вот это? Гляньте. Десиквел. Десипал сумка. Ее никто не взял. Не знаю, пока возьму. А что это такое? Какой-то гвоздь это на магните.
здесь люди не знают, что такое десиквел. Поэтому, когда ты... Вот это жалко, все пописано. Когда ты из Европы, и ты знаешь компании, то это двойной плюс. Вот эта штука симпатичная. Может, это для спичек? Нет, знаю. Напишите мне, для чего это, как вы думаете. Сейчас положу сюда. У меня есть одна... Есть одна перчатка, но я ее не использую. Это выглядит как что-то такое. Типа фосил, но я думаю, это не фосил. Но это что-то. Не знаю, не вижу. Что это такое? Тоже не вижу. Вот, 1 цент, пожалуйста. Нашла деньги. 1 цент тоже деньги. Что это за фигня? Что-то написано. Понятия не имею. Она тяжеленная, ужас. Ну что? 500, but I don't know. А. Вот это вот то, что ты взял? Пока что. Окей. I know. Yes, yes, get on the way. Подожди, а что там? Это бритва. А, окей. Ну, она винтажная. А вот это вот? Здесь вон бритва на другого идти. Это тоже? Yeah. Ты видел это? Yeah. Что тут? Это бритва. Подожди, она может вообще идти не за плохие деньги. Yeah, but it's dirty and the portable condition, there's no charger. А, окей. And it's one of those. А тут что? This one is a 8mm camera, mm-hmm. but you know, I don't know if it works or not, but, I don't mm-hmm. know. I don't know. This is on work point. Can you look it up? У меня аккаунт, это в телефоне нет моего аккаунта. Я нашла босс, ты yeah, видел? I know. We need to go through. Okay, ну, давай тогда. Он идет где-то за 20. Но он здесь будет стоить немного. Думаю, я его куплю. Вот он у меня где-то. Нашла вот такую косметичку, я ее хочу себе купить. Я не знаю эту компанию. Но я такую покупала в магазине, похожую. Я за в магазине точно почти такую же платила. Это $30. А тут она будет стоить $1. Мне еще надо все вот это глянуть, еще тут. Это то, что взял мой муж. Ладно. Так, десиквел. Не знаю, взять эту сумку. Здесь написано десиквел. Вот это вот. Не знаю, что это за состояние. Чего тут только нету. Окей, сейчас надо глянуть. Потом покажу. Гляньте, я нашла. Это Лего, но это Лего от, здесь вот где-то было написано, от American Girl, вот тут вот, American Girl, так, и потом я нашла вот такой вот, не знаю, металлический колокол, звонок, но это вешается возле дома, я думаю, если его покрасить белым, и, знаете, дать ему такой шеби-шик лук, потому что у меня белый дом, то было бы классно, считаю, такой декор пис. Он очень тяжелый. Это, я даже не знаю, что это за металл, но я его покупаю однозначно. Так, потом я понаходила куски, похоже, как лего. Я не знаю, лего, не лего, вот это вот было. Гляньте, растем вместе. Кто-то сдал вот этот вот конструктор. Так, что это такое? По-моему, Немо, Пиноккио, Walt Disney. Еще написано Collector Series. По-моему, это какая-то как банка, что ли.
Надо будет это глянуть. Вот такие вот две сумки. И эти сумки от вот этой компании, что в моем штате. Часто ее произношу, Вера Брэдли. И это не сумки, а это coolers. То есть это летом, этот как твой этот ланчон. Ты свой обед сюда летом несешь. Тут вот надо почистить. И оно держит или тепло, или холод. Вот такие два. Этот маленький магнитофончик от Барби. Я еще не знаю, если он вообще что-то делает. Вот эту я купила нам. Спечила. Но тут ничего не будет стоить. Так. Кто это такой? Какой-то как Геркулес, что ли. Так, бумага эта мне тоже нужна. Я сюда кидала вот этого чугун. Чугун, это такое как колесо. Так. Вот это вот винтажное. Это Дисней. Видите, какая здесь этикетка. Оно, конечно, плачевный вид имеет. Вот. Walt Disney Productions. Это где-то за 70-е, может, даже 60-е годы. Если ее отмыть, я не знаю. Может идти за неплохие деньги. Насчет это я не знаю, так кинула. Кидала то, что это мне назад надо положить. И вот здесь вот у меня много чего в этой кошелке. Надо сейчас еще сюда долезть. Нашла такой это утюг. Утюг, я думаю, это более как дорожный. И он ее тут ножницы, pins, needles и нитки. Не знаю, думаю, ножницы я возьму. Утюг мне этот не нужен. Утюг я оставлю, очень тяжелый. Так, сейчас было очень много всего. Прям глаза лезли на лоб. В прямом смысле этого слова. Это карты винтажные. Playing cards. Это обычные. Lot of huge cards. Unopened for 7-8 months. Я там нашла бейсбольные карточки. Но мы их будем оставлять. Так, вот это вот. Это что такое? Нам, по-моему, это какая-то бумага. А глянь, вот эта бумага идет. Вот эта бумага Canon идет. Так, вот еще что-то такое. I have a Canon printer, so maybe this for the screen. I don't know. Тут надо ее почистить. Куклу эту. Кукла это, по-моему, это идет от компании Fisher Price. Вот такие вот куколки. Это Fisher Price, это где-то за 80-е годы. Одна такая может идти за 20, если не больше. Вот эти вот, я забыла, как они называются. Здесь на ноге всегда нужно искать клеймо, потому что если здесь будет написан Китай, они ничего не стоят. А если там будет написано, по-моему, Швеция или Швейцария или Голландия, не помню, то те ценятся сильно. Я вот здесь вот мебели взяла, вот это вот. Стулья, куклы, это я буду делать все это. Мебель эту обставлять. Комнату делать. Диван. Так, что тут еще? Вот это вот кровать. Она, конечно, состояние
не очень. Я не знаю, если я смогу это отмыть. Это такое кресло, и оно, видите, уже если бы у меня такое было в детстве. Только могла о таком мечтать, с такой лампой. Оно все, видите, таких тонов, это все в 80-х годов. И эта мебель вся, она должна уйти где-то от 25. Вот, так, это зацепилась такая ширма. Это тоже это карточки какие-то я взяла. Они были в Бене. Я не знаю, что там. Я, в общем, все кидала это себе в это телегу. На что глаза глядят, то и кидала. Вот как оно было. Потому что если ты тут стоишь и мух ловишь, то будешь абсолютно с ничем. С ничем и без ничего. Это наушники. Я думаю, они подойдут к моему телефону. Я цвет этот очень люблю. Так. Что это? Тоже Fisher-Price. Как колодец какой-то, что ли. Не знаю. Я тут еще взяла всяких этих... животных. Слово забыла. Это, по-моему, кто-то сдал. По-моему, это папье-маше кукла, не знаю. Так. Здесь вот еще лампа с тумбой. Я люблю такое находить и такое выставлять. Вот если кукол отдельно к этому находишь, маленькие такие должны быть, это 20-25 баксов. Так, это буфет или это для детской комнаты? Люди очень это любят. Сильно. Это тут вот части одной не хватает. Так. Такая, то есть у меня получается одна на мальчика, одна на девочку, потому что разные цвета. Вот эта кукла от этого тоже. Это девочка. Fisher-Price, лампа. Так. Ладно, сейчас еще включу. Нашли вот такого вот. У него, по-моему, руки вставляются. Мобай. Здесь написано... Я не знаю, что тут написано. Hidden Dragon. Collect them all. Сейчас они, по-моему, опять будут менять тачки. Что это такое взяла? Это для ванны. Эту сумку нашла, это тоже это ланчбэк. Вот это симпатичная. Я бы с такой ходила. Я это возьму. Я вот хотела, кстати, купить сумку, чтобы это я могла обед носить в ней. Вот это вот пустая от компании Starbucks. Где тут? Тут вот. Жалко. Starbucks. Ну что? Мне неплохо идут. Да? Yeah. Видите, я босс нашла. Они сейчас бины будут менять. А вот это вот мы не покупаем, да, вот это? Ты уже это видел, да? Бины опять меняют. Да, сейчас. Шаур Джо. А мы можем постоять, тут пройти и пойти. Может тут?